Друзья, ребята, всем здравствуйте. С вами я, Андрей Сухин. Добро пожаловать на мое новое видео по игре Euro Truck Simulator 2. И также что-то для себя открою новое. И решил, друзья, с вами поделиться. И также это свободная камера. Когда мы нажимаем на numpad на клавиатуре циферку 8, мы летим вперед. Циферка на numpad 5, мы летим назад. Циферка на numpad 3, это вниз. А циферка 9 на numpad, это вверх. На колесико на мышке мы делаем ускорение и также замедление. Ну, как-то так, друзья. Ну, а как это сделать, то, друзья, я добавлю, как я это делал, к этому видеоролику я все добавлю. Ну а сейчас, друзья, я вам покажу и расскажу, как это сделать и подключить свободную камеру. Заходим мы на вот эту папку, потом документы. После документов мы заходим Euro Truck Simulator 2, и мы ищем документ, файл, вот под надписью вот такой. Нажимаем, не пугайтесь, тут много разного всего. Ну и также вам надо опуститься ниже и немножко потом кверху. Ну, а сейчас я это добавлю. Какие вам надо две надписи найти? Файла 2, да. Это я сейчас добавлю. Ну что ж, друзья, как вы могли буквально только что увидеть, как я это все сделал, решил. Но при этом, друзья, хочу добавить, что когда вы будете это делать у себя, да, вы найдете вот эти две буквы, да, надписи. Вам надо будет около их циферку 0 убрать. У вас будет циферка 0 стоять. Вы ее убираете, вместо ее пишите, вставляете циферку 1 под тем двум надписям. Затем, когда вы это все сделали у себя, сохраняете это все. Потом, друзья, заходите в игру Euro Truck Simulator 2, на клавиатуре нажимаете циферку 0. О боже, что это такое? Я в текстуре. А вдруг игра у меня сломалась?
А вдруг там еще что-то? Как это решить? Ребята, я тоже поначалу боялся, но в итоге и это надо немножко понять, как это все делать и управлять этим всем. Мы нажимаем на нумпаде циферку 8. Вот так из-под нашего грузовика вылетаем. И в итоге вот наш грузовик. Ну да, представим. А в итоге какой у вас там будет грузовик, это ваше дело. Также, да, как я уже и говорил, да, циферка 9 это вверх, циферка 3 это вниз, циферка 5 это назад, циферка 8 вперед на нумпаде. Ну и затем хочу еще, друзья, добавить, что циферка 4 и циферка 6 на нумпаде это циферка 6, это мы можем вправо лететь, циферка 4 это влево мы можем лететь на нумпаде. Вот. Ну, а теперь, друзья, давайте представим, что мы хотим, например, наш грузовик вот сюда поставить, но при этом вы циферкой 8 на нумпаде двигайтесь ближе к земле и мышкой чуть-чуть крутите колесико. Либо можете на циферку 3 нажать, и все равно одна и та же штука у вас будет. Вы можете ниже, тоже ближе к земле опускаться. Также на циферку F9 на клавиатуре вы нажали. И также у вас грузовик появился вот тут. Хотя он буквально только что стоял около гаража. Ну а на этом, друзья, если вам понравился такой данный мой видеоролик, то, друзья, лайк, колокольчик. Также, друзья, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видеоролики на моем канале. Ну и с вами был я, Андрей Сухин. Хорошего вам дня, настроения. И также еще увидимся и всем пока. Пока.